До сих пор не знаешь, где взять качественный и очень хороший улей, то я расскажу тебе о группе Bisfarm Info. Данная группа рассказывает, как можно получить максимально хороший и качественный улей. Для этого нужно перейти просто по ссылке в описании или в закрепленный комментарий, который я в принципе для вас оставил. Поэтому обязательно переходи и приобретай тот улей, который ты хотел всю жизнь. Говорю сразу, это максимально позитивная группа, тебе понравится там находиться каждый раз. Так что тебя ждут, переходи. Ну а это было Bisfarm Info, мы приступаем к видосику. Ребят, кто хочет себе данный улей, чисто личный? Да, вот, напишите в ВК, там стикеры, все, что есть, уйдет с этим улем вам в подгон. Такие дела. Все, приступаем к видосику мощного фарма с кодиком, вот. Огромный приветос, на связи Вадимос. Помните, я вам говорил, что кодик выйдет на 6-летие без фарма? Так вот, кодик вышел, так что ставь лайк, подписочку и полетели. Значит, смотри, кодик у нас действует до конца месяца, дает, как я, впрочем-то, и сказал, X2 Honey Day и конверсию. И еще много чего. Значит, смотрите, как это выглядит теперь. Где это вообще увидеть можно, да? Собственно. Сейчас покажу. Смотри. Заходим вот сюда. Смотрим. Под описание игры. Вот. Для тебя выделил специально. Вот это вот момент. Игра обновлена час назад. То есть, вот такое вот доброе утро с кодиком тебе. Работает, ребят, до конца месяца, повторюсь, до конца месяца, чтобы не спрашивали, да когда он работает, до конца месяца. Так миллион раз могу повторить, то меня все равно будут спрашивать, ведь видео не смотрит до конца никто. Код работает до конца месяца. Так вот, ребята, дает вам, что, 48 часов X2 Honey Day и конверсии, а также кое-что еще. Вот так и написано. А что такое кое-что? Шарик? А я вам покажу. Вы готовы увидеть? Прямо сейчас на ваших экранах. 3, 2, 1. Бум. Итак. Happy Birthday to BCC. Супер смузи Unlimited Gundrop 6 минут. Так, ну, 3 шестерки. Да-да. Да. Вот такой вот кодик. На хайф, на хабфилд буст. Кто хочет, пойдет фармить X6 там, да. Знаете, такой скам, типа. Хочешь себе бейджик вот этот подбить? Instant Gifts at B-Conversion. Пойдешь с X6 фармить там. Впрочем, почему нет? Там полчаса можно пофармить с этим кодиком. Плюс еще пыльца X2. Короче, да. Напиши, короче, пойдешь ты фармить в Hive Hub или нет? Либо лучше устроишь мегафарм на Маунтайн. Посмотрим. Посмотрим, что вы хотите. Может, вы какой-нибудь супер способ знаете нафармить много. У меня есть, конечно, идея, типа, задонатить фарм ветра какое-нибудь яйцо алмазное. Или, ой, точнее, золотое. И получить на Маунтайн какую-нибудь X7-12. Ну, или там что-нибудь пожестче. Поушен, допустим. Ну, типа, и с кодом оно стакнется или нет. Вот такой вот прикол. Интересно стало. Так. Ребят, со стикерами я обещал, да, разыграю. У меня тут улей есть, вообще пофиг. Сейчас просто вот утро, вам видос максимально быстренько, инфа. Все. Впрочем, и видос так затянулся, блин. 2 минуты 40 секунд внутри. Все, ребят, мощного фарма. У вас до конца месяца есть время. То есть, то у нас еще рассказываю, сколько дней. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 9 дней. То есть, если до конца месяца, значит, через 9 дней, видимо, что-то будет, ребят. Раз до конца месяца. Потому что, ребят, Анет, ну, такого раньше не делал. То есть, если код работает, то, типа, блин, он работает долго. То до конца месяца. Все-таки реально что-то будет. Вот увидите. Потому что, ну, странно было бы, да? 5-летие без формы, он работал все лето там. 6-летие, как бы, до конца месяца. Странненько, да? Ну вот поэтому новая пища для размышлений. А теперь, благодарю за просмотр. Заходите. Дискордик, телеги, все дела. Ссылки обновлены. Ну, а на связи был Вадимос. Прекрасного дня. С прекрасным кодом, ё-моё. Давай.